Здравствуйте, меня зовут Суслик, и сегодня мы страдаем херней в игре помутнение. И я заодно объясняю, где видео. Потому что я не уверен, что кто-то вообще это задавал, но все же, где видео. Мы делаем сейчас ламповую озвучку. Уже вот третий день, завтра будет четвертый, мы еще не закончили. Всякий контент, связанный с этим видео, вы можете найти в нашей группе, типа несколько песен. Да и в принципе все. Да, там дофига песен. По песням вы можете даже узнать, про что будет ламповая озвучка, хотя вы, наверное, все знаете, но мало ли. Вот, поэтому заходите в группу и не отписывайтесь. И вообще, уже я уверен, что завтра мы сделаем видео. Хотя я не уверен, знаете, мы можем целую неделю еще угрохать на него. Но я все-таки планирую, что завтра уже оно будет. Че, скажешь, ну че? Ну, я просто здесь тоже нахожусь, если никто не узнал, это Леда. Ну, потому что мы занимаемся ламповой озвучкой, я безвылазно здесь сижу. Мы уже дофига всего сделали. И даже аллюзию на одного... некоторым знакомого летсплеера и автора музыки. Но вы сами догадаетесь, может быть. По названию, все, да. Все в нашей группе. Все в нашей группе. Вот. А пока, может быть, несколько слов об игре, потому что ты же все-таки играешь. Ну, ты расскажи, потому что я про эту игру вообще ничего не знаю. Это игра, которую сделал Михаил Шиштовский, известный многим как Психодозер. Мы его знаем как очень нестандартного видеоблогера, но кто мог подумать, что он игродел. Да, если это игрой назвать можно, конечно. Ну, вообще, конечно, можно. В принципе, она, на мой вкус, она лучше, чем Mirror's Edge. Да, блядь, когда он мне сказал то, что эта игра лучше, чем Mirror's Edge, я сразу, о, когда я это запустил, у меня начался болевой шок. Вот. По-моему, она действительно лучше, чем Mirror's Edge, потому что Mirror's Edge, она какая-то недушевная, а бездушная, понимаете? Такая. Да, тут вот сейчас выйдет вторая часть, я еще скажу, что она конвейерная. Еще психода. Ух, ты уверен. Психодозер выпустит вторую часть еще этой игры. Да, нет, вряд ли. Ему бы эту сначала доделать. Какой-то ловкий. Вообще ловкач. Ну посмотрите, какой классный парень Арсен в красном. О, да. Оу-е-е. Ага, оу-е. Так, все, хватит. Подкат. Так, ну я думаю, что на этом все, в принципе. Я больше ничего это не хотел. Это такая игра, давай об графике. Но графика здесь, на самом деле, я думаю, что здесь движок Crytek используется. Графика замечательная. Просто наверх. Да, окей. Точно. И несмотря на то, что она двухмерная, ух, блядь, графика здесь все равно, я считаю, достойна премии какой-то на E3 или еще какой глобальной выставке. То есть у этой игры все шансы, в принципе, быть конкурентом Mirror's Edge 2. Ну, я так считаю, да, то есть никаких проблем у этой игры нету с графикой. То есть, ну, графика очень хорошая. Ну, вы сами посмотрите, насколько HD лицо у этого пацана. Оно супер HD. Это, я думаю, мой Бандикам, он даже не сможет записать это лицо, и вы его не увидите на канале, потому что слишком уж оно хорошо. Я даже вот еще что бы сказал, что актер, принимавший участие в создании образа главного героя, он на самом деле адский профессионал. Посмотрите, за все время игры он ни разу не посмотрел в камеру. То есть это реально актер-мастер. Ну да, вы по этим словам, кстати, могли догадаться, что как бы игра-то она сделана не просто в каком-то редакторе, нет, да, то есть, ну, модельки. Да, это motion capture. Ну, это очень круто, ребят. Вы такое не каждый день увидите, серьезно. Плюс физика здесь вообще инновационная, серьезно. Такой физики даже Альберт Эйнштейн себе предположить не мог, потому что. Wait for it. Да, вот посмотрите, как прорисован взрыв. Вы когда-нибудь видели, чтобы настолько детально все, собственно, было показано? Или вот костер, например. Анимация костра. Блять. Эпик. Так, вот. Правда же. Норм. Молодца. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Окей. Я хотел. Так не работает. Типа с 4 здесь. Жизнь, давай. Видите, багов тут нет, поэтому я умер. Ну, это, в принципе... А, нет, еще одно хп. Естественно... Так, постарайся выжить. А, естественно, в этой игре багов нет. Блядь. А, все.
Да. Ну что, все, наверное, на этом мы закончим. Я предполагаю, да, и я даже могу объяснить, почему мы закончим, мы не будем проходить ее пока что дальше, потому что мы считаем, что каждый человек должен испытать удовольствие от этой игры лично, и недостаточно просто посмотреть какой-то летсплей или смотр, потому что... Потому что вот эти ощущения погружения в игровую реальность... Да, ну, здесь просто максимальное погружение. Да, не передать. Все, это, по сути, виртуальная реальность. За этой игрой будущее. Роллплей. Здесь можно роллплей, здесь любой мультиплеер. Потому что можете нагнуться, вы можете поставить вот этот рычажик, видите, у него в руках, да, это блок. По-моему, это стоп-кран у него в руках появляется. И вы такие, хопа, подкат. Ну, вы поняли. Ладно, все, на этом мы заканчиваем. До свидания, с вами был Суслик. И Леда. Да, и всем пока.